Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас 28 марта, объявили день карантина. Сидим дома, и поэтому я решил себя обеззаразить. Решил обеззаразить с помощью нашей русской силушки водочной. В общем, чтобы прошла хорошо дезинфекция, я так думаю, что нужно хорошо себя продезинфицировать. Начнем, ребята. Хороша чертовка. Итак, друзья, наступило утро 29 марта. Проснулся живой. Живой и чувствую в организме, что борется коронавирус с водкой. Решил подзакрепить, так сказать, свое здоровье перед завтраком и посмотреть, что же все-таки победит, человечество или болезнь. Давайте, друзья. Ой, ништяк. Батя, нормально? Нормально все? А? Нормально, говорю, все? А что, так можно было, что ли?